Губернатор Евгений Куйвышев поручил Кабмину ускорить работу по решению проблем свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Проблемы обманутых дольщиков обсуждали сегодня на заседании правительства. Необходима координационная комиссия, которую вы возглавляете. Необходимо будет в кратчайшие сроки предложить алгоритм по каждому объекту. Я думаю, что здесь все, кто являются участниками координационной комиссии, должны будут работать в полном объеме. В минувшие выходные Евгений Куйвышев встретился с обманутыми дольщиками, которые вышли в Екатеринбурге на митинг. Среди присутствующих были и первоуральцы, которые купили квартиры в жилом комплексе «Оптимист». Губернатор заверил, что вопрос с «Оптимистом» уже решен. Достраивать дом будет Свердловское агентство ипотечного страхования. Никаких доплат для тех, кто уже вложил свои деньги, не последует. Вопрос находится на контроле областного министра строительства. Кроме того, по итогам встречи с дольщиками Евгений Куйвышев дал ряд поручений, среди которых утверждение дорожной карты. По всем проблемным объектам встречи и консультации с руководителями инициативных групп. Создан реестр граждан, кто вложил свои деньги в дома и чьи права нарушены. По каждой проблемной площадке разрабатывается соответствующий комплекс мер, необходимый для завершения строительства и ввода в жилых домов в эксплуатацию. Всего таких домов в области насчитывается 18.